рисую свою жизнь Walt Disney. У нас началась Красная Поляна. Неожиданно, такие вот красивые домики. Основные строения Красной Поляны призваны для того, чтобы удовлетворить все потребности отдыхающих. То есть здесь также очень много. Очень много для катания, горнолыжные прокаты всевозможные. Очень красивая гора. Сейчас немножко позже начнутся более маленькие домики, привлекающие внимание отельчики. Чуть выше, чуть ниже. Но все сделано в едином стиле. Сейчас будем ехать, все будет сделано в едином стиле. Даже краска одинаковая. Пошло? Очень похож на европейский городок. Тихая захолустица. Но очень все красиво. Зелень уже начинает пробиваться, некоторые растения цветут. Итак, это центр Красной Поляны. Забор сделан в едином стиле, наверное, подарили перед Олимпиадой. Да, смотри. Заставили вы. Все равно, смотрите, домик интересный, деревянный, с панорамными окнами. Просто красиво, просто обалденно смотрится, много эмоций дарит. Панорамный вид. Классно. Свой забор до сих пор продолжается такой. Мы сейчас выбрали альтернативную дорогу. Соответственно, можно до Розахутера доехать по двум дорогам. Мы выехали такое с эмоциями, с наслаждениями, с домиками. Вертолетная площадка, отлично. Вот такие вот дома. Красивые, шикарные дома. Заборы везде одинаковые. Сейчас домики все аккуратные. Смотрите, обратите с левой стороны. Все домики сделаны одинаковыми сайдингами, чтобы не портили интерьер. По той дороге, когда едешь. В общем, здесь креативить нельзя. Креативить здесь, наверное, нельзя. Но в целом, зато мы как будто в Европе бывали. Дорога просто супер. Дорога отличная. Вот и автобусы курсируют. Море Мол и Роза Хутор. Сейчас хочу для всех показать здание полиции. Я когда его увидел первый раз, мне оно очень понравилось. Я думаю, что у вас оно вызовет похожие эмоции. Ну, ладно, сейчас вот по левую сторону мы видим вот это здание полиции. Строгость украшает. Вот именно на этом и закончилась Красная Поляна. Там вверху видите еще домишки. А здесь все, начинается с Серпантина и закончилась Красная Поляна.